Сегодня в приемной президента России прошел единый день консультаций. Он был посвящен вопросам оформления сделок с недвижимостью, налоговых платежей, связанных с приобретением и отчуждением недвижимости, кадастровой оценки недвижимости. Подобные дни консультаций управление Росреестра по Чувашии проводит регулярно. В одном месте собрались представители тех служб, которые задействованы или как-то связаны с оформлением прав на недвижимость. Это специалисты администрации, банков, нотариусы, адвокаты, представители кадастровой палаты и налоговой службы. У людей есть хорошая возможность получить ответы на свои вопросы от представителей разных служб. Ведь не секрет, что при оформлении прав на недвижимость возникает очень масса дополнительных вопросов. Как оформить квартиру по наследству, как произвести расчет, как получить налоговый вычет и другие вопросы. Вот сегодня, чтобы им не бегать, не звонить по различным инстанциям, и мы проводим вот такие вот единые дни консультаций. Стараемся их проводить во второй половине дня, чтобы у людей появилась возможность либо после работы, либо отпроситься пораньше, чтобы прийти и получить консультацию. Первыми, кто обычно приходит, это пожилые.